От выставки военной техники до полевой почты. В Центральном парке культуры и отдыха отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Здесь в парке оборудовали военную площадку, на которой организовали работу призывного пункта военных лет. Все желающие смогли попробовать себя в роли добровольцев, пройти медицинское обследование, научиться азам обращения с оружием, попытаться понять принцип действия телефонной станции. Вторую руку вот сюда. Так, видишь цель? В парке прошел концерт, на котором выступили творческие коллективы округа. Интерактивные программы проходят 9 мая в Центральном парке не первый год и пользуются популярностью у жителей. Этот праздник не стал исключением.